И в начале выпуска о выборах в городской совет Красноярска. Чуть больше суток осталось до запрета на агитацию. Он вступит в силу в полночь с 6 на 7 сентября. Сейчас избирательная комиссия проводит последнюю подготовку. На избирательные участки, всего их в городе 384, доставляют бюллетени, оборудование, начинают устанавливать видеокамеры. За процессом голосования можно будет наблюдать через интернет на сайте webvybory2013.ru. Горячая линия избирательной комиссии 226-11-75. 7 числа пройдет тренировка КАИБов, то есть тестирование полное с использованием веб-камер, как это мы делали и в прошлый раз. Ну и 8 числа время голосования с 8 до 20 часов.